центрах занятости республики зарегистрировано более 5000 якутян, находящихся в поисках работы. Обширная ярмарка трудоустройства предоставляет возможность найти любую профессию из востребованных в современных реалиях. Вакансии у нас представлены, что называется, на любой вкус. Из них 2/3 – это, конечно, промышленная отрасль, которая на сегодняшний день испытывает дефицит в кадрах. Кроме этого, у нас представлены вакансии в системе здравоохранения, в системе образования. Федеральные структуры представили свои вакансии. Кроме этого, в этой ярмарке у нас представлены учебные места в организациях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования в вузах, которые работают на территории нашей республики. Главная задача ярмарки – именно состыковать, соединить людей, чтобы совпали интересы и человека, который ищет работу, и работодателя. Это, конечно, со стороны работника – это достойная заработная плата, со стороны работодателя – это наличие квалификации, ну и, конечно же, чтобы эта работа была по душе. Около 100 организаций по всей республике представили более 5500 вакансий. Наша съемочная группа опросила соискателей, какую работу они хотели бы найти. Я ищу где-нибудь в Министерстве внутренних дел. У меня образование среднее профессиональное, по специальности правоохранительная деятельность. Сократила сейчас, ищу работу. Вообще бухгалтером хочу. Как бы, да, потому что в банке как бы уже не хочу, хочу как бы бухгалтером поискать. Но опыта бухгалтера нету. Вот смотрю, вдруг получится. Ну, я юрист по образованию, и я, ну, как бы у меня не было определенной цели, я просто хотела узнать, какие тут вакансии имеются, какие предприятия есть. Нет, пока ищу. Я ищу работу кадрового работника, либо архивариуса. Обширная программа, много работодателей. Да, я пока смотрю в горной промышленности. Кроме того, в течение дня на портале «Работа России» транслировался онлайн-марафон с 4 площадок. Это Владивосток, Москва, Тула и Екатеринбург. Более 40 спикеров рассказали о наиболее актуальных темах рынка труда. Сегодня республика находится на своем историческом минимуме по безработице. Это 5,8% населения, то есть менее 6 тысяч человек. Ярмарка «Работа России. Время возможностей», на которой представлено более 5500 вакансий по всей республике, это отличная возможность для каждого найти себе работу по душе. Мария Кардашевская, Иван Саракоумов, Якутск.